детей. Рыбу и 50 тысяч рублей унес грабитель из торгового павильона в Нефтеюганске. Неизвестный ворвался в магазин и, угрожая оружием, похитил деньги и лещей к пиву. Задержать преступника удалось по горячим следам. Когда неизвестный ворвался в магазин с требованием отдать ему деньги, владелец торгового павильона сначала даже подумал, что это шутка. Настолько неожиданно все произошло, но злоумышленник начал угрожать оружием. Позже выяснилось, что это всего лишь пневматический пистолет. Это ограбление. Я говорю, ты что, шутишь, что ли? Убери пистолет, я говорю. Он говорит, а это ограбление. Давай деньги. Я ему показываю вот сюда на мелочь. Я говорю, вон там деньги. Он говорит, давай деньги сюда. И как раз у нас, я в карман еще не положил выручку, на столе было. Жена говорит, отдай деньги, говорит. Установить личность подозреваемого полицейским удалось за несколько часов, несмотря на то, что в магазин он пришел в темных очках, а номера машины, на которой приехал, были в грязи. Стражи порядка установили, что на преступление решился 61-летний житель Нефтеюганска. В показаниях мужчина признался, ему не хватало денег на ремонт автомобиля.